Дима, я пришел с благой вестью. А еще я посрал. Здорово, бандиты. Очень часто для того, чтобы ролик получился отменным, нужна всего лишь хорошая идея. В этот раз ее притащил Рома. Идею. Трендер с бугорного ютуба он откопал чудо-таблицу, в которых якобы указаны все пароли от Кудлока в порядке популярности ввода. Воу. Вы давно просили меня контент со взломом Кудлока и моей задницы, а тут такой отличный повод. Кстати, призеры прошлого конкурса ищут себя где-то в ролике. Новый конкурс на 3 копии Rust. Ставим лайк, коммент, подписка. Чай, бутерброды, ты знаешь. Ну и блин, пацаны, подписываемся. Ну серьезно, чутка до 200к осталось. Ну не хватает, ну давайте. Ну я выдвигаюсь. Угу. Нам дома не нужен, я так понимаю. Нам вообще он не нужен, мы сами все сделаем. Мы... Понял. Тут, короче, дом, ну, достаточно большой. А, в нем нет челики, шевелится, не пойдет. Понял. Первое, что было необходимо сделать, это найти большой такой хороший жирничий дом. Как оказалось, сделать это не так сложно. Дом пустыни тут очень большой. Ну, такой прям клановый-клановый. Чем больше, тем лучше, я так понимаю. Конечно. Да, чем больше дом, тем легче подобрать. Чем меньше комбинаций, Дим. Больше дом, меньше комбинаций. Тактика. Ага. Они типа делают попроще пароль, чтобы путаницы не было, что ли? Ну, клановые игроки, у них что, Дим? У них нет... Ну, IQ маленькое у них, понимаешь? Они больше мозгов нет. Двух цифр не запоминают. Я понял теперь. Где наш дом, собственно, куда мне бежать? Ну, я, конечно, тебе скриншот отправил. Давай на оценочку. Оцени. Ой, тут прям война, слушай, ну калашах прям фигачится недалеко. Ну, они нам вообще не нужны. Ну, главное, чтобы это не хозяева были. Я уверен, у этого дома пароль какой-нибудь 15-15. Теперь, когда цель была найдена, необходимо было найти очень много ткани. Где-то порядка 400 на каждого человека, чтобы раскинуть большое количество спальник. Так, хряк, братан, мне нужна твоя ткань. Пущу на тряпки животные. Что-то тряпка с него мало получилось. Здорово, мужик, у тебя весь есть ткань, да? Убил. Hello, you have a clutch? У него нет клотча, блин. Зато у него кокосики отличные. Так, пока только 2 спальника. А пока я усердно добываю ткань из всех возможных источников, пожалуй, расскажу тебе, при чьей поддержке выходит данный ролик. Дрожь земли прокатилась по полям сражений War Thunder, масштабного военного онлайн-экшена. С недавним глобальным обновлением в игре появился терраморфинг. Теперь взрывы бомб оставляют кратеры, а техника, оснащенная ковшами, как у бульдозера, может буквально закопаться. Используйте терраморфинг для хитрых тактических маневров и внезапных атак. Кроме того, в War Thunder добавлены первые самолеты новой нации — Израиля. Участвуйте в эпичных сражениях на локациях всей Земли. В одном бою доступны самолеты, наземная техника и вертолеты. Испытайте советский вертолет Ми-28НМ против китайского истребителя танков ЗЛТ-11 и другую технику обновления Дрожь Земли. Современная графика и реалистичный звук обеспечат полное погружение в атмосферу войны. В War Thunder доступно более 2000 боевых машин разных эпох. Открывайте и улучшайте технику от времен Второй мировой и до современности. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бесплатную премиум технику. Здорово, песик. Как насчет... Мне с медведя 50к не упало. Куда ты убегаешь, блин? Стоять. Упал. С него тоже ни хрена толком. Давай взламывай дверь, которая лицом к тому домику на горе стоит. Понял, какой я? Ну, да, ты да, к ней да. Еще подбегал. Сейчас я подойду. Чем говорит войс? Оу! Я понял. Я пошел. Файл представлял из себя таблицу с 10000 комбинаций, где самая первая комбинация — это самый популярный пароль, и 10000 комбинация — это самый непопулярный пароль. Мы обусловили с Ромой, что я начну с 1000 комбинаций, а он со второй. И по наступлению утра мы начали их потихоньку вводить. Где-то на моей 70-й комбинации подоспела Рома. Следующий... Алло. Алло, да. 24, а, ты уже приступил. 68. Да. Потихоньку тут вожу.
Уже комбинация 80-е, наверное. Всю жизнь мечтал с Димой пароля взламывать. От клана в базе. Базаришь. Ой, я чувствую, мы здесь надолго. Я угадал, Дим. Ты гонишь? Ты гонишь? Погоди минутку. Ты издеваешься, что ли? Ты рофлишь, что ли? Нет. Какая нахрен попытка, Ром? 25-я попытка, 22-03. 22-03, Дим. 22-03. Блин. Ты что сделал? Так. Погоди, надо сразу пароль менять. Сразу нафиг. 22-03. 22-03. Натуре! Ой, слушай, тут Тора или блин. Стоп, что делать? Подожди, стой. Оу! Закрой дверь на секунду. Сейчас. Так, здесь тоже подходит. Здравствуйте, шкаф. Блин, немножко. 22-03. Ну, достаточно сложный, кстати, пароль. Все, Дим, я это все поставил, наш пароль. Отлично, красава. Вообще, питоны, наверное, тупые. Они типа 6 перезаряд. Зашибись, блин. Разбайтил. По-моему, сейчас поймаем. Во-во-во, по-моему, байчу, да? Ща. Не, нифига, не байтится. Давай попробую пробегу, может. Спальник стало много. Давай, пошел. Пробежал, как дела? Я бегу. Слушай, да, можно пробежать, есть полный хп будет. Ща. Так. Так, сразу меняем? Да-да, надо все менять вместе. Вот тут можно прям меня в яму пробежать. Оу! Мне надо сразу, короче, у двери искать вход. Я почти залез. Есть. 22-03. Есть от дома, есть. Так, и тут печки какие-то, но они пустые. О, смотри, я нашел. Здорово, Рома. Ой. О-о-о! Давай пока только не будем сначала убивать. Знаешь почему? А. 22-03. Чтобы у них сообщения не пришли. Как вы смотрите на то, чтобы немножко переодеться, Роман? Смотрю на это положительно. Давай ты налево, я направо. Ну давай, я налево, окей. Есть. Холодос. А, это подъем наверх. Все правильно. Видимо, к луту. О, пожрать, Ром, перекуси. Ты можешь пользоваться, типа, дом наш, там все дела, как бы. В этот раз на конфетку ты меня не забайтишь. Да. О, смотри, Дим. Машет, смотри. Здорово, мужик, здорово. О, спит, валяется. Я у него конфискую на всякий случай. Да, ты забирай из них оружие. А, тут еще один, смотри. А сколько ж их тут играло, блин? Тут за окнами лутерума, я так понимаю. Типы просыпаются. А у них дома нет, удобно. О, тут это... Кочергай. Чего там? Ты что там бычишь? Угу. Ну, тут они спят. Давай тоже какую-нибудь свою фоточку сделаем, как этот. Видимо, вот это бункер, там уже лут основной. А как угу. Тут? А, во, вижу. Тебе опять 7 кругов ада придется выстоять. Нормально, я теперь опытный, я на скеле. Пока типочки спят, мы и спим. Ну это их проблема, что они спят. Все, я внутри. Yes. Так, что, я пошел. О, у него правда гранаты, сейчас мы ликвидируем гантрап.
Чё, как кидаем-то? От угла. Вот так, я думаю, будет дамажить. Да, нормально, смотри, проходит вроде. Блин, ты угораешь, что? А почему меня убило? Бля, я сдох от твоей гранаты. Во, во, отлично попал, прям под него. Все, я знаю угол, короче. Еще одна. Я прям вообще точно в цель бью. Ну, должно хватить, кстати. Мне кажется, оно сломалось. Да, я проверю. Да, Дима, его нет. Отлично, погнали, значит, дальше. У нас тут же есть окошко наше, как бы, не? Ну нет, тут гантрапов. Зато с палок. С палки, наверное, сразу вырабатываем, да? Угу. Пока тут пароли поменяю на наши. Давай, да. Шкаф есть. Тут дохренище горючего. Тут очень много компонентов. Куча медбу... А, что? Третий вверх так, я, в принципе, не удивлюсь. О, мой Рома, сюда посмотри! Чё? Ща мы все изучим. Так, ракетница, пусто. Уголь. Еще уголь. Куча турелей. Слушай, ну взрыва нету. Интересно, где взрыва, или ее нету? Мне тоже нечего. Дай патронами сломаем. Их много у нас. Ну, в принципе, да. Все. Мой маленький домик. Открывай мне вот этот вот зелененький, хочу. Тут у нас... Шприцы, так, бинты. А, это мед, все по... Я понял, а там что в маленьких ящиках? О, фотоаппарат. Давайте я вас сфотографирую, вы выиграли приз. Давай, давай. Давайте. Эмоцию, пожалуйста, покажите какую-нибудь. Здорово! Вот, отлично. Это я, красивый. Погоди. Так. Одежда. Нормальненько, арморики. Этого тоже нейтрализовать надо. Давай дальше. Так, осталось два. Левую или правую? Я хочу фиолетовый, открывай. Давай фиолетовый. Там еще он, кстати. А, ну это какой-то пустой, неудачный. Давай вот этот красненький. Тут патроны, Рома. Тут обмазаться оружием можно, Рома! Твою мать! Тут просто все, Рома. Тут все, что вообще в расте возможно. Да, тут просто все. А, ну тут, ну этот, посредственно. Ну просто с этики на выскочить, залутаться, да. А за этой двери что? Ну-ка, мы еще не заходили. Не-не, там этот, мы сюда еще, там наш пароль, но там мешает нам турель. А, во, я вижу, где она. Слушай, а тут нечем ее взорвать? Ща а, я... гранаты, ну в принципе, ща, да. Ой, Рома, Рома, беги! Фух. Во, нормально закинул, кстати. Нормально закинул. А эту не нормально закинул, блин. Ой. Чё-то их там много, походу, этих турелей. А может, тупо через крышу залезем и нейтрализуем аккумуляторы? А, там гантрапы на улице. А хотя подожди, да, стоп, где классно, идем. Я тебе о чем говорю. Пойдем через этого типа. Чего твой босс, прости. Слушай, а он тут прилично-то вообще-то, да. Дима, мы все... Ох, еба! Дмитрий! Погоди. Посмотрите, погоди. Что там! Сейчас я залезу, да, и да. Гляну что-то. Дима, а Дима, посмотри. Рома, посмотри, вот просто вот прыгни на этот уступ и посмотри, сколько там ящиков. Боже! Мы можем залезть не через дверь, а через вот эту вот штуку, смотри. Тут турели, Рома! И, Рома, я да. Я не могу закрыть, все, я тебя поднимаю. Не обязательно, вот можно через этот уступ также залезть. Сейчас я его вскрою.
Сними тогда, да. Можешь по... Нет, Дим, там нельзя поставить. А, тут вон какая-то фигота тоже, я понял. Значит, надо тратить и пробовать выше подняться. Да. Опа. Я наверх залез. Вообще изи. Тут еще шкафы, спальники. Надо сразу менять, чтобы они вскочили, не прибежали. Я сдох. Как хорошо, что у меня есть спальник, мой дом. У-ху! А, ну да, у нас же шкаф, наш боже, я испугался. А, ну почему бы нет, элка на выходе, расстрелянная в ноль. Понимаю. Ребят не очень приятные жили. Тут еще шприцы. Окей. Слушай, по-моему, я уже укрылся. Да. Я наверху его. Осталось только понять, где электричество отключить. Тут турелей тоже полно. У тебя дерево есть, камни, что ли? Так. Я побежал. Ох, тут их много. Забей просто. На самом верху. На самом верху, да. Ты увидишь, я тут ничего не закрывал. Раскочил. Погоди, ты с какой стороны вылез-то я что-то? А, вот, вижу вроде. А, и фига ты тут застроился, я понял. Как, можно его как-то... Кого, магазин? Не, нельзя снимать, не. Только есть как туда пробегать. Ладно, ща. Жопа. А за этими дверьми что мне вот даже интересно? Ходим в этом доме, как хозяина уже, короче. Я нашел аккумулятор, Ром. Тащи ко мне тут киянку, все, я нашел, я здесь. Есть он один, конечно, я надеюсь, он один. О. Так. А, все, снял, отлично. Должно сработать, по идее. Все, одна точно отрубилась. А вот это вот светится, вторая. О! А, по магазинам ничего, да? Нашел аккум. Вот он, родненький, здорово. О, я слышал этот звук отключения. Дим, все отключилось наверху. Все отключилось прям? Да. Нам еще внизу же надо отключить. О, я нашел тут еще типа столько играла, блин. И у него тут тоже куча всего на самом деле. А, ну тут еще сет, я уже перестал удивляться, как бы. Тут, мне кажется, у них какой-то сортировочный центр, потому что все свалено кое-как, и на самом деле лута немного. Пулик, Рома. Ты с пулика давно стрелял? Ну, давненько. Давненько, да? Ну вот, теперь у тебя есть пулик. Ну, здесь ну, так себе, такое... да, 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 да. О, Дима, Дима! Что там? Вот весь взрыв, вот он! Чего? Ты зачем его здесь нашел, блин? Ты посмотри, еще этот ящик. Переодеватель 03. И тут просто сеты. Да на сеты я уже не удивляюсь, если честно. Тут, смотри, тут еще один Дим. Их, походу, больше, чем 5 человек играет. Надо это все тогда сразу вниз перенести. До свидания. До свидания. До свидания. А, потому что я там деревянную штуку построил. Это все сюда. Все, дерева теперь хватает. Пойдем, выход наш обозначим. Да, пойдем, вот мне хотя бы разобраться здесь, а то я очень путаюсь в этом доме. Да. Бассейн? Нормально. У нас даже свой бассейн теперь есть. Слушай, мы знаешь, такую виллу отжали классную? Вообще, да, у нас прям полноценная вилла, даже бассейн есть. О, это знаешь, кого винить, короче? Вот чел, который им ставил, строил базу и пароли, походу, ставил. Рекон. Red Build by Recon. Молодец. Так.
начнутся ракеты. Сейчас я потихоньку все изучу. Все-таки развитие, трали-вали. Есть. Разрывчик. Почему бы нет? Экспик. Так, сразу поставлю на крафт ракеты. Пока все равно ночи Рома нету. И пойдем, наверное, по утрецу кого-нибудь порейдим. Это все сюда. Hello! А че он такой агрессивный? Там сразу все ломает, я не понял. Ты там мой дом не ломай. Я ебаный, выходи давай. Нифига себе он дикий. Не заебался пароль вводить, долбоёб? Честно? Да, очень. Я на тебя сяду просто и ты рот закроешь. Тебе не кажется, что у нас как-то диалог не вяжется? Тебе не кажется, что ты не соответствуешь? Как-то разговариваешь... Я не говорю, уебище, нахуй. Чё ты со словом, птичка, ты орёшь, животное? Я животное? За что? За что он меня так обозвал? А тут... А! Тут... А, нет! Нет! Нет, я... Не надо его убивать. Он будет у нас тут жить. Пусть живет. Так, ракеты я накрафтил. Немножко XP осталось. Все-таки, коль у нас есть турели, надо бы их подключить, я думаю. Хотя бы часть пустить на них напрямую электричество. Ну, через один аккумулятор, чтобы на территории охраняли. Так, а где тут вторая? Я же до них дотягиваться могу. Так, через дверь не могу, что ли, или что? А, вот, надо заходить не со стороны двери. Так, это все тоже надо свое забрать. Что-то я и забыл про этот лут. Ну, типа, нормально, окей. Опять это чудо пришло. Агрессивное. Упакую-ка я это дело, пожалуй. И через него уже пущу турели. Слышу пуск. Турели работают, отлично. Чепуха на месте. Здорово. Ты тут провел электричество. Да, иди зарегистрируйся тогда, а потом включай. Мне кажется, нас сейчас рейди придут, и типа и бегали у дома. Ну пойдем тогда, мы кого-нибудь вынесем, пока не поздно. Например, вон тот клан. Наверху-то? Ну давай, почему нет. Прежде чем отправиться на рейд, мы решили немножко пробежаться и познакомиться с новоиспеченными соседями. Да и вообще ознакомиться с местностью. Я вижу типов заряженных. Где? Трех. Вон на том доме. На гнилом? Они его рейдить собираются, да. Там вон, видишь, лестницы поставили, лошадь подгоняют. Да. Еще один к ним бежит. Сколько же их там? 4 человека. И каковы наши шансы, Роман? 100% вообще выносим. Понял. Их. Подбегаем вот за этот камень. Как будешь готов стрелять, скажи. Я готов. Я тоже готов. Минусуем его? Подожди. Двух вижу. Еще один лезет. Давай, раз, два, три. -2 там точно. Ага. Один на доме, а другой за домом. Одного добил. Может быть. Ближе подхожу. Тут один встал. Да слышь, один внутри прыгает. Убил его. Я на ближний перехожу. Дверь открывает там. Хорошо. Я его убил. Либо они уже его зарыли, либо это их дом. Калаш. Спрыгнул вниз, Ром. На деревяшке сейчас. С твоей стороны. Где-то по дереву бегает. Себя лутай. Сейчас. Сейчас мне переодеться надо, погоди. Чел, а тебе нормально считаем хватит? Да мы читер, да. А, это вы, ёбаный в рот, ютубер. Идите вы нахуй, чего вы тут забыли, заебали? Брат, блин, уходим, все, окей. Сейчас лутаем все. Что, пацаны, вам это стафа дать? Что, никого или что там? Да зачем? Мы сами возьмем, если нам надо. Сорян за лошадь, лошадь убивать не хотели. Лошадь жалко. Да не, нормально, что ты.
Да? Да какой хуярит, же, сука, его... читеры за***ли нахуй админа, да, пишут, да, говорят, да. А они с сервера вышли, вот вам информация. Можно секунду вставить, вот стоим вот это вот с кабаном с крутым, который жмет классно, кстати. Конечно, братья, вы в видосе. Это, слышь, мужик, я там это, да***ся до тебя, я думал, это ваша хата просто, понял? Ну, это тех типов, которые до нас доебывают щитами. Знаешь, вот как красиво, блядь, сделано все, понимаешь? Вот сейчас, секунду. Видишь, да? Боже, что это? И так со всех сторон, блядь. Наобщавшись с ребятами, мы все-таки решили пойти и реализовать взрывчатку, которая у нас имелась. Изначально мы хотели взорвать дом на горе, но, увы, он уже гнил. Поэтому мы переместились к следующему. Наш размерчик, мне кажется. Давай поровнее, что ли, блин. Угу. Как мы рейдим по крыше, что ли, или лучше в бочину? Да слушай, я бы такое в бочину на самом деле вынес. Ну давай спустимся вниз тогда. Угу. А ты лестницу взял на всякий? Не. А я коптер тогда опущу. Ну или рейди, я тебя буду наоборот с крыши прикрывать. Че, мне же не обязательно. Ого, у нас гости уже. Да. Лихо. Да. Я даже стрелять не успел начать. Это гриб. Это гриб. По мне стрелял. Ладно. Какой-то. А он вижу чела. Тут что? Пойду-ка я дальше, наверное, по камню. Просто вниз. Все, пошел мансить. Отлично. Ну, я походу почти в лут. Тут еще несколько ракет и все. Вот откуда они стреляют, блин, с какой-то жопы, да? Так, ну я в лутеруме, да, вон шкаф вижу. Сейчас я его сломаю. Что-то ребята какие-то неактивно убежали сразу. Ты там сиди, сейчас я застроюсь немножко. Уходи. Шкафчик надо сразу тыкнуть. Отлично. Так, это надо улучшить, чтобы не сломали сразу. Но они домогаются. Ну а что, я кравчу все делаю, подожди. Как бы комментировать. Ну блин, Ром, тут жопа. Я вот один на ящик открыл, тут жопа. А ты застроился? Ну я так дверцу поставил, да. Ну а я могу взлететь. А ты хочешь взлететь? Я так переберусь. А, перепаркуйся, я понял. Тебе же для коптера парковочка нужна, да? Пойдет вот так вот. Конечно. Давай я еще добавлю на всякий случай, так поширше. А не знаешь, что-то как-то неактивно прям. Фигня, куча угля. Ой, тут прям жирно. Неплохо. Мужик, сорян. Прощай. Челик фармил, а ты взял просто за... Нет, ну, кстати, в чемодане фигня. Ну, типа, ну такое лут в шкафу оставлять, но это, я считаю, вообще неуважение полное к людям. Согласен вас, поддерживаю. Ну, коль мы тут, давай я сразу, наверное, поизучаю вот. Какой-нибудь пирик. Вот. Какие-то МВК-маски, наверное. Вот С4 сразу на месте изучу. Чё тут ещё? А, на дверь не хватило, обидно. Могли бы побольше скраб поставить. Дерево взял. Уголька можешь на всякий случай взять, мало ли там. Топливо я взял. Хотя... Все, погнали отсюда нафиг. Летим в наш красивый дом. Да, дом у нас отличный. Смотри какой. Просто чума. Да чтоб у меня такой дом когда-то был. Да ёпарасте. Короче, сейчас будет супер прокачка взлома.
Признаюсь вам честно, это было ужасно. Хотя, вроде бы, вот оно все есть. Взрывчатка, оружие, бега, рейди, роуми, делай что хочешь. Но удовольствия нет. Нету ощущения достижения цели. Поэтому в голове появилась идея отгадать пароль у нового кланового дома, на поиски которого мы и отправились. Ну вот, смотри. Они выходили буквально 2 часа назад. Он мелковатый, да, это не клановый бейс. Ну, значит, пойдем дальше. Сбоку, кстати, хороший вариант. Вентилятор, да, смотри. 2 вентилятора, это значит 2000 попыток. Ну, я надеюсь, что не 5, не 6. Тут кабан, убей его, пожалуйста. Благодарю вас. Раз нафиг. Вот так вот делаются нормальные взломы. Разница. Экспириенс взлома просто возрос. А, тут желтый, блин. Надо с собой спальник брать, чтобы проверять сразу билду. Все, зашибись. На этом наши пути с Романом на время разошлись. Он отправился спать, а я начал новый путь взлома. Надо, наверное, какой-нибудь музончик включить, а то что-то мне прям скучно уже. Я уже пару соток вел, подташнивает. О-о-о! Вот это я понимаю. Пойдет дело. Сволочи там шумят. Какого хрена вы зашли в онлайн? Ночь! Идите, пожалуйста, я не знаю, занимайтесь своими делами. Чем угодно, не знаю, порисуйте. На звезды посмотрите. Ну, в онлайн-то зачем заходить? Ладно, надо что-то сделать с кроватями. Мне нужно пока ночь, и пока они не пропалились, снять кровати. А то слишком палевно. Это все сюда выкидываем. Мне нужна кияночка. Блин, уже светлеет. Но они пока не высовывались, это радует. Они там внутри что-то выдалбливают. Все, пожалуй-ка я здесь кильнусь. Где-то на 700-й комбинации в онлайн зашли хозяева дома. Но благо в этот момент я копошился в своем плейлисте, а не взламывал замок. Мне не оставалось ничего, кроме как убрать спальники, пока они не заметили, и отправиться в свой уже захваченный дом, где меня ждал сюрприз. Чё за топот? Чё это за музон, я не понял. Какого хрена тут происходит? Коптер? Так. Лутрумы не закрытые, блин. Это хозяева. А, фу, они не успели ничего толком унести. Повезло, повезло. И в этом тоже, да. Что ж мы не закрыли-то, когда уходили, боже. Нахренели, что ли, еще против меня заговора плетут в моем королевстве. Йоу, Пиксон, русский, пошел, толстый, боебал. You understand me? Еще один очень культурный европеец в моей жизни. Так. Ну да, они вот то, что в них, они и пытались унести. Надо все поскидывать будет. Все сюда. А где же они есть, получается? А, да?
Ладно, я сейчас приду, пацаны. Или надо было и верхний турель тоже подключать. Пожадничал я времени, пленился. А, они вот отсюда еще пытались унести, я понял, не получилось. Да, это те типы. Стреляют там что-то, да? Bist du das, Kollege von Özkan? Блин, дурацкие решетки. Стоп, ganz ruhig, Jungs. Я не пойму, что это за язык, французский, немецкий, что это? Пабле Франше? Они тут уже начали мой лут раздавать, да? Hey guys, chill out. The rider is back. Chill out, chill out. Ну, alles gut. Они же здесь, да? Минус один. Еще один тут же, я понял. Ладно, высунись ты, ёпер, СТ. Минус два. Третий. Их там трое. Они выше, что ли, поднялись, я не пойму. Болтуны. А, он вот здесь прыгает. Он встал на спальнике, у него нет доступа, я понял. Это закрываем. Отдохни, малыш. Hello, guys. Yes, what up, man? What up? What up? Hey, hello. Pixon. How? Hey, brother. How come on the roof. It? I'm go naked, ready? Bro. I'm naked. I want to talk with you, man. Yes, this okay. Talk, talk, base. Talk, man. Yes. Okay. Where are you doing in my base? Okay. What? What? Your in base? Your base? Yes, it's my base. I'm naked. I'm coming down, bro. I'm naked, okay? I have a... I'm naked. Here, look. I'm naked. I'm naked, man. Don't kill me. I want to talk with you. Talk, man. Talk, talk, talk. Yeah, how you code raided us, man? Tell me how you code raided us. No, he said, like, we should get off his base, you know? Tell you me. Have a very easy combination. How did you get our code? Oh, shit. Okay, how long did you need to get the code? 1 hour. I can't get in. I don't have... I know. 1 hour, okay. And then I said to the kid, yes, like, yes, 1 hour. You have a very good base, man. Yeah, good loot, huh? Good loot, huh? Yes, yes, good loot, good, good. Yes, I know, I know. Where are you from, man? Active anyway, man. We are from Germany. Germany? Nice country. Yeah, you're from Russia? Yes. Nice, man. Хотя бы раз за те 10 тысяч часов, что я играю с европейцами, хоть бы один из немцев сказал, что у меня хорошая страна. Такого не было никогда. GG, bro, you fucked up. Whoa, it's me, man, it's me. Wait, what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Я просто не пойму, что они пытаются сделать. Oh, I think we're gonna go, man. We don't have enough... Yeah, brother, go. На всякий случай надо все окнами затыкать. А то я боюсь, что они договорились с каким-то другим кланом, судя по тому, что он туда-сюда... Судя по тому, что он туда-сюда летает. И как бы они притащили взрывчатку, они знают строение этого дома? А куда это они теперь улетают? Чё ты там ему отдал, Они были на двух коптерах, серьезно. Блин. Ну ладно, если даже что-то унесли, не то чтобы много. А говорилка спать легла. Ну окей. Надо турели подключить. Немного поразмыслив, я решил взорвать лутерум, так как взрывчатка мне была не нужна, как и лут, но и этим ребятам отдавать я ее не хотел. После чего я вернулся к взлому того второго дома, в котором пропали признаки жизни. Но потом жадность взяла верх, я вернулся и попихал все обратно по ящикам.
Миш, нет, ну отстань, Миш, без тебя тошно. Поздно загрелся, поздно. Они опять зашли в сеть, они достали, они заходят каждые несколько часов. О, уставший, измотанный, вымотанный и любые подобные синонимы, все было про меня. На счетчике было порядка 1700 комбинаций, я очень хотел спать, а владельцы дома очень, походу, не хотели спать. Поэтому впервые за сутки я отправился подремать, пока не вернулся Тропикс, и мы не продолжили наше путешествие вместе. Че, мы, считай, половину попыток уже сейчас истратим скоро. Ну, по факту, да. Ближайшие несколько часов мы тупо водили разные комбинации. Нет, иногда, конечно, к нам заглядывали в гости местные бомжи и авторитеты. Слушай, ну он достал. Gonna die, bitch. What the fuck? What are you doing? Why you try? Are you gonna be friendly? Are you... I'm gonna be friendly for your girl. I like be friendly. What do you doing in here? Рома, он меня раздражает. Иди сюда с камнем, мы его зафигачим. Пока он общается со мной. What do you doing here? Why you playing the server? Ща. I'm kinda new to... I have... 2 hours, I think. У него 2 часа, блин, Рома, на все шансы. Oh, you have 2 hours? You're a new guy, yes? Really new. Where you from, man? Yes. I'm from... Oh, holy fuck. Welcome to the Rust, buddy! Ты где, блин, взял калаш, падла? Он был сохранен на черный день. Ближайшие несколько часов мы взламывали. Ебать, замки. Ну, я, допустим, и поверю, то, что пароль может быть, там, 2, не, допустим, 8800. Да не, на самом деле, очень много тупых паролей, я вообще не верю в существование. 0061. Ну а 0001 кто поставит? Счетчик совместно введенных комбинаций начинал подходить к 4000, а у меня постепенно начинала развиваться паранойя. А вдруг я что-то вел не так, и это был правильный пароль? Или, возможно, я какой-то код пропустил? А может быть, Тропикс сделал что-то не так? В общем, на фоне развивающейся паранойи я позвал друзей для ускорения процесса. К нашей команде присоединился Харанс и Репринцев. Мне только что член сосали. Очень ценная информация. Так, чё там, я начинаю с 4000, да? Вот так вот. Ой, с 5000. С 5000 начинаешь, да? 4272, поехали. Да Харанс, идёте, пожалуйста, дайте мне код вводить. А где ещё дверь? Ну ты дурак, что ли? Почему я вижу здесь только две двери? Вот всё, лежи теперь тут. Народ, почему я вижу только... Серёжа! А сзади ещё одна. Серёжа! Ну, Серёжа, подними меня! А, понял. Ну... Вот ты нафига так сделал, а? Дима, как раб ползает. Я даже не ползаю, я просто лежу. Я смотрю, как он умрет. Смотри, смотри, вот так подходишь, вот так к Диме подходишь, так делаешь вот так и вот вбиваешь его камнем просто. Говно. Да ты задолбал, я куда не прихожу, везде ты. Они бегут сюда. Иди отсюда вообще от моего замка. Пацаны, атака. Все, мой пароль. Так, что там? Ты же понимаешь, что как маховик накатываешь, да, что нас убьют? Не? Убьет быстрее, не? Так-то. Я на всякий случай пойду прихвачу... Пушечку, да? Калашников. Было бы неплохо, да. Блядь, ну я только водить хотел, чё ты меня убиваешь, ты тварь такая? А, он что-то говорит. Блядь, жарче, я спать пошел. Лёка обнял Серёжу. Yes. Yes. Да чё вы все с этой стороны теперь? Блядь, иди сам стой нахуй. Ладно, давай я в очередь встану. О, очередь освободилась. За мной в очередь. Да в смысле, ты уже отошел. Блин, они же реально шумят, они не мешают вводить пароль. Почти минус тип. Ага. А где он? Белого. Ну вот, болтовочку тут заберешь. Я пошел. Вообще мы оружие изначально для кабанов готовили, отбиваться от них. Час? А я же сказал на полчаса. А-а-а. Ну как часто прошел уже? Во время взлома паролей время летит незаметно.
5107 не подошел. Ты каждый будешь пароль озвучивать, да? Пришел с глушителем. Твою мать, я думал, он там взломал душу. У меня уже спальники все в КД. Я его убил. А, так можно похалявить, по сути. Ну его нафиг в понедельник там что-то играть, в пятницу он сразу после глобала залететь с кайфом. Все. А почему ты залутанный тут бегаешь? Действительно, почему? Так получилось. Почему-то мне каждый раз, как подыхает репринцев, так грустно на душе становится. Я как вспомню, мы с ними снимали. Ну, кто вел? Кто вел? Не... Чё вел? Кто? Кто вел? Кто вел? Сукин сын! Ты слышишь, как он смеется? Кто? Знаете что? Что? Какой пароль? Серега! Давай, говори! Погодите, а где он? Куда он делся? А куда он ушел? Он с Дискорда или он... Подожди, стой, давай это подгадаем. Смотри, у него была 5000-ная комбинация, да? Какой, блин, подгадаем? Где это крыша есть? Прикинь. Слышь, ты чепуха, в Дискорд вернись. Влад. Не, он серьезно вел? Да. Да ну. Влад, я считаю, это неуважение к нам, к нашему труду, который мы с тобой провели здесь. Предлагаю его забить просто. Да-да, что такое? Какой пароль? Да, какой... Ну хорошо, на какую цифру? Давай с простого будем начинать. Ну, блядь, ну вам... Вы, конечно, охуели. Блядь, пароль вам еще сказать. Да хуй-то там, я, блядь... Я сейчас зайду, нахуй. И это самое, блядь. Так. И хата моя. Подойдет к другой двери, короче, и пароль взломает. Не понял, я что это за звук был. Это же мудак. Такая сука. Могу еще раз подобрать. Вообще не вопрос, блядь. О боже, какой ты мудак. Мы вводили пароль еще несколько долгих часов. Общее количество введенных комбинаций подошло к 7 сумасшедшим тысячам. Так мало этого, в онлайн еще и зашли хозяева дома. Нихао, нихао, нихао. Походу, это уже все. This bad game. Это вообще понял. У него в так. обзоре он какую-то калякалу написал. Это креольский. Чего? Какой? Гаити какой-то. Гаити. Где это вообще? Просто расстреляли. О, можно приодеться даже, в принципе, неплохо. Чепуха из дома. Давненько я не чувствовал себя таким вымотанным и подавленным. И это была последняя капля, после чего я решил все сделать по старинке. Все сюда. Так, получается, что шкаф я взорвал, и вот этот принял на себя основную роль. А остальные отгнили, потому что у нас не было доступа, а те типы, которые хозяева, из них утащили весь лут. Вот это везение. Это все одно, может, получится билду полноценно под него сделать. Нет, билда не получается из-за того, что здесь вот этот вот разрыв. Сейчас взорву тогда шкаф, пойду и поставлю его здесь. Вариантов больше нет, а так оно все догниет. Кто-то ползает. Опа. До свидания. Один не один был. Вроде один, никто не стреляет. И чё у тебя? Много патронов, шмотки, калаш, пойдет. Долазился. Так, надо взорвать. Хватит, не хватит одной ракеты. Да, скоростной одной не хватает. Блин, плохо. Там он кто-то бежит, да? О, питончик. Голый еще. Куда ты теперь убегаешь? Не надо, поздно. Это он же, да? Да, он же. Так, все. Допусти меня, боже. Можно валить отсюда. А, да, даже так.
Какая прелесть. У него уже ничего не осталось, он с елками бегает, понимаю. Уже замесы. Вы там долго лазить-то будете, я не пойму. Или рейд приходите, или валите отсюда. Опять шароёбится. А, о! Готов, что ли, или чё? Одного я точно положил, а второй где? Базука. Прыгает опять. Надо разлутать это всё. Но не очень нет. На разворот. Все-таки у него был тиммейт, мне не мерещилось. Ну давай, иди залутай его. Готов. Ха! Добил. Сразу свое забираем, пожалуй. Его забираю, и надо идти ставить шкаф. На ближайшие часы я поставил себе задачу переехать ближе к тому дому и найти очень много взрывчатки, для чего я роумил карту и осматривал гниющие дома. Странный дом. Может, и сгниет. Опа, а что это там упало такое? Летучий голландец какой-то. Ага, вот он, мешочек. Говно. Достаточно много говна. Так, и где здесь торговец с этим дерьмом? Здорово, мужик, ты продаешь, да, покупаешь? Ну давай, попробуем с тобой в торговлю. Мамочки родные, я что-то даже не верил до последнего в это, да. А, тут мейн лук. Серьезно, шкаф. Тык-тык. Вот тык. Потолок. Ну да, в ящике было только это. Только дерево. Зато здесь металл есть, нормально. Здесь-то сколько металла. А вот с порохом, кстати... А, ну вот разрыв есть, но все равно куча МК. Почему это не в шкафу лежало, я не пойму. Почему это лежало все в ящиках? В чем смысл? Здорово, дом, я пришел смотреть. Турель отключенная. Мне повезло. А, там открыта дверь, и там... Пусто? Он пустотелый, серьезно? Дай-ка наверху чё. Надо рисунок дома чекнуть. Так. Тут дверь закрыта, одна открыта, правда. Но я не знаю, поверху все равно, наверное, смысла идти нету. Я же богатый, могу себе позволить. Так и не сумев найти легкие способы достать серу, я отправился ее фармить в зиму, приобретя лодку. Ну же, ну же. Я смогу. Да-да-да, отлично. Хорошо, что лесенки с собой захватил. Ну все. Пора выдвигаться на рейд, да? Никто тут ко мне не пришел. Ну, вроде никого ко мне тут не пришло, да. Все, пойду за взрывчаткой. Одежка для слотов для начала. Ну, коптер, вези меня. Последний путь. Вот она, зараза. Каменная. Ну что, я лечу взламывать пароль. Здорово. Так. Трапов ничего нету тут случаем. Вроде нету. Двери открыты. Да ладно.
Так, ну вот эту МВК-шку точно надо ломать, я понял. Окей. Тут тоже ничего, да? Отлично. Гантрап. Он, наверное, разряжен, я бы уже умер. Следующая дверь, погнали. Блин, МК двери, обалдеть. Целая куча причем. Так. Ну вот она, гадость, лежит со своим паролем дебильным. Надо тогда вот эту дверь наискось сломать ракетами. Раз. Все, кажись, развалилась, да? Да. Тут турель. Что-то мне везет в последнее время на эти турели, в этих вайпах, я так скажу. Как бы мне тебя... Нет, блин, плохо. А вон и шкаф за дверью, вот его-то и надо сломать. Так, ракету прям туда сейчас швырнем. Готово вроде. Дверь. Отлично. Это сразу дело я запакую, чтобы к нему доступа не было, если только они зайдут в сеть. Тут авторизацию. О! Тебе надо сразу умереть, пожалуй. А, ну тут тоже вот верстачок, оружие, ресурсики, ракетница, ракеты нет. Тут что, тут куча скрапа. Со спальником все. Свой спальничек. Будем взрывать, фигли делать. С ней еще. Раз. Вас. А сколько же не надо-то? Нет, так она меня перестреляет явно. Живучая гадость. Ладно, попробуем фулом. На! Все? Аллилуйя. Больше нет тут нигде подвохов. Ну чё по ящикам? Фигня, фигня. Сетики. Камень. Блин, ну на самом деле лут намного хуже, чем в первом доме, я так скажу. И с пушками проблемы. Тут тоже... А, ну тут калашей приличное количество, на самом деле. В чемодане по фигне. Пару МВК дверей. Не, ну для такого большого клана можно было бы что-нибудь типа побольше. Ракеты нет. Тут еще немножко пух, еще двери. Так, еще спальники. И это, походу, ну, верхний этаж. Да-да, на отстрелочную с выходами. Окей. Это что такое? А, это эти запускать ракеты, я понял. Что, надо доломать последние гаражки, я думаю, фигли делать. Чуть-чуть я косякнул. И тут спальники. Ну да. Еще пушки, горючее, элка. Ну это какой-то прям честно. А ракета какая? О, огненная, мне подойдет. Вот так вот все ящики нахрен сгорели разом. Распространиться. Ну что, домик, последний бой. Скотина ты каменная. 6,5 тысяч комбинаций. 6, мать твою, с половиной тысяч комбинаций.